Песня на стихи моего коллеги Александра Липатова. Вот, он принес стихи, говорит, я знаю, что с ними делать. А мы сидим на первом этаже, ну, я говорю, давай мы что-нибудь положим. Он тогда еще только начинал играть на гитаре. И как так получилось, буквально там 2 минуты, и песня родилась. Вот буквально 2 минуты. А, ну я сразу, наверное, потом начну вторую песню после нее. Они, как у меня связки идут, потому что после первой все начинают сразу петь вторую. И тоже Липатова? Нет. Последний вздох, застрявший в легких, и вновь короткие гудки из двух миров. Нет, что не той играю, да, Игорь Иванович? Последний вздох, застрявший в легких, и вновь короткие гудки из двух миров, таких далеких, поговорили мужики. Я врал тебе, что буду летом, что так соскучился без вас. А ты мне врал, что веришь в это, и я жалею в сотый раз, что променял свои просторы на, думаю, ты скорее пера. А у тебя все те же горы и те же ночи у костра, над головой все те же тучи и на вершинах тот же снег, и где-то в зарослях дремучих все тот же снежный человек. А ведь когда-то были вместе на самом донышке тайги, где я писал другие песни и посвящал совсем другим. А мне бы вновь рюкзак за плечи и прочь из каменных квартир. О, как наивно и беспечно мы поделили этот мир. Тебе достались все дороги, костер горячий, котелок, а мне скрипучие пороги и вместо неба потолок. Я брошу все к чертям, и если вдруг совершу в тайгу побег, я напишу другую песню и посвящу ее тебе.